Всем Сазубаша 50, X-Fire 28. Первым будет карту выбирать Сазубаша и, соответственно, первый бан X-Fire. О, нет, теперь это будет на репите. Не хочет играть Мазера X-Fire. Не хочет играть у нас R8 Hidden Sazubasha, не будет у нас Neverland'а. И выбирает Хибана, наконец-то. У нас хоть кто-нибудь, этот хоть кто-нибудь, это Sazubasha. Довольно коварный хардрок, и это сейчас можно будет оценить. Ну что ж, наконец-то Хибана в хардроке, и в мумпуле все-таки оказались сыграны все карты теперь в этом групповом этапе. Теперь волноваться не о чем. А первым допускает ошибку Сазубаша. И пока не дается у него приступить к набору комбо, X-Fire тем временем уже хотя бы 100 набрал. И наконец-то переход к первому киаю карты. Ошибается X-Fire. И огромное преимущество у Сазубаши, помимо комбо, практически 10% accuracy. Во-хо-хо. Вот такому повороту X-Fire, мне кажется, тоже был не готов. 300 комбо есть у Сазубаши. Ошибается X-Fire. Даже более 100 тысяч разрыва между игроками. Очереди они ошибаются перед самым началом второго киая. Ну что ж, уже порядка 30 тысяч разницы в пользу Сазубаши и 10% по аккуратности. Сазубаши этого явно хватит для того, чтобы выиграть. Это всего лишь четверть карты. И наступление перед последним двойным киаем. Насколько я помню. А нет, там... Киа там только один. Перепутал с другой карты с Кацуна Мику. Но времени доиграть остается уже крайне мало. Игрока ошибаются, но... Сазубаша только до конца карту нужно доиграть. И это 1-0 для Сазубаши. Отлично отыграл он свой пик. Всего лишь 4 мяса. И достаточно достойно, но тяжелая accuracy. И выбирает Mission ASCII. X-Fire — это второй фримод. И
И потенциально два хидена. На этой карте небольшой перерыв нужен Сацубаше. Похоже, нужно ему немножко остудить свой пыл. Можем только гордиться Сацубаше. Не самым у него удачным Азаре было все-таки в матче против Хардлайфа, который при этом было достаточно достойно сыграно. Но выиграть, к сожалению, не получилось. Ожидаем только готовности игроков. Даже так, выигрывая этот матч, Сацубаше не теряет шансов на выхода из группы. Они у него еще остаются, и все будет зависеть уже затем от исхода матча между X-Fire и Hardlife. Скажем так, это то событие, на которое он уже сам повлиять не сможет. Недавно особо хидена. Что ж, вторая карта. Оу! И тут немножко не доглядел. Сацубаше решил сыграть ту карту Hidden Hard Rock. Очень-очень рискованный выбор. Поскольку пока мы видели, что... Даже просто в хардроке ее тяжело сыграть, но не хватает хп-бара все-таки. Это было действительно очень рискованное занятие. Мы не успели даже начать карту, и она уже закончилась. Пока что опыты на этой карте с хардроком не привели никого к успеху. И, я так понимаю, Сацубаше просто случайно поставил хардрок, не планировал его играть. Но что поделать. Ну, а тут уже ничего не поделать, на самом деле. Все-таки все... доп. Нажатие на кнопку готовности. Время есть. И первый фримод выбирает Сацубаше. Вот так быстро мы отыграли все фримод-карты, похоже. Океанус. Может быть, Сацубаше попросту забыл, что Океанус это первый фримод, а не второй. Мне уже такое подозрение появилось. Поскольку он бы готов был сыграть эту карту ХДХР. Игроки у нас наконец-то подтверждают свою готовность, и совсем скоро мы узнаем, с какими модами будут играть X-Fire и Сацубаше. И да, все-таки это хардрок хиден от Сацубаше и хиден от X-Fire. Немногие игроки у нас жалуют здесь хардрок мод. Пока их было всего двое. Самый подлый слайдер на этой карте. Пока не сам уверенно начало Сацубаше, довольно много соток он дает. Все-таки в скорого 2 аккуратность достаточно важна, независимо от того, что повышенный множитель. И после этого короткого вступления пока впереди X-Fire. И более чем 5% accuracy, помимо всего прочего, опережает он. Ошибается Сацубаше. Тем временем X-Fire переходит отметку 300 комбо.
уже достаточно большая разница по очкам между игроками. Как не может Сатубаши по аккуросе выровняться, так еще и потерянная комбо дает о себе знать. Оба игрока одновременно ошибаются, но в X-Fire довольно большой задел. Очень много соток от Сатубаши. Здесь мой Сатубаши может выручить только ошибка X-Fire. Ощущение, что был готов промахнуться он по последней ноте в джампе. Ошибается Сатубаши и уже теряет шансы, чтобы выиграть эту карту. X-Fire достаточно просто доиграть до конца. И в самом конце ошибается X-Fire, но это уже абсолютно ничего не решает. Преимуществом более 130 тысяч выигрывает он карту, и счет в серии 192-1 уже в его пользу. И также пик от X-Fire. Призадумался у нас, похоже, X-Fire. И выбирает Hidden. Очень много Hidden карт сейчас у нас просто подряд. Сатубаши пока что-то хочет сделать со своим планшетом. Возможно, что-то с областью. Периодически какие-то неудачи преследуют у нас игроков Веллингтона. Это был стилус, это Сатубаши, что-то с планшетом. Очень неприятно. Все проблемы у нас разрешились. Так, небольшой найткорчик от Пеппи. Спасибо, турнирный клиент. Ошибается очень неудачно Сатубаши, и X-Fire делает это чуть-чуть позднее. Сатубаши держит более высокую accuracy, пока находится впереди, вот на этой карте.
Очень странная ошибка от X-Fire. А X-Fire заканчивает эту карту фейли. Не справляется он с джампами. И счет становится уже 2-2. Это безумное количество фейлов на самом деле в сегодняшний игровой день. Ну что ж, эта серия уже превратилась в Best of 3. И выбирает первый дабл тайм с Цубаши у нас. И это последний выбор карты для Цубаши в этой серии. Тоже начали у нас наконец-то еще одну карту игроки. Первая ошибка от Цубаши. Тем временем могу напомнить, что если X-Fire сейчас эту карту проигрывает, то 2-1 будет у Чими. Соответственно. И он уже не может проигрывать карту лайфа, поскольку у него также будет 2-1. Что самое интересное, в случае проигрыша у X-Fire практически уже не остается шансов. Довольно большое количество ошибок от Цубаши. Кажется, немножко переволновался к этой карте, а тем временем X-Fire продолжает играть комбо. До 200 комбо добрался Цубаши, тем временем X-Fire набрал уже 600. Середина карты позади. Ошибается X-Fire. Но все еще имеет достаточно большой отрыв. Цубаши ранее ошибался, середина карты уже не такая большая проблема. И ведь 140 тысяч нужно отыграть Цубаши, чтобы выиграть. Ему нужно уже прямо до конца карты теперь идти фулл комбо, чтобы иметь хоть какие-то шансы. $72,000 становится разница между игроками. Прошел отметку только 200 комбо. Цубаши ошибается, крайне неприятно. И X-Fire с таким количеством комбо уже попросту уходит. Довольно большой отрыв. А карта постепенно подходит к своему логическому завершению. 3-2 в пользу X-Fire, и матчпоинт для него же, и пик опять же X-Fire. Очень удачный момент, чтобы закончить на самом деле ему эту серию. Либо же это будет тейбрейк. Проблемы с планшетом у Цубаши. Крайне неприятно.
Ну что ж, это Superfly, это хардрок и еще немножко кей-попа. Пираньи сегодня, к сожалению, игроки попросту игнорируют, либо вообще банят ее. Никак мы не можем увидеть пиранью. Требуется некоторое время за башу для того, чтобы разобраться с планшетом. Они все так же ожидаем за башу. Забаш, кажется, разобрался по своим планшетам. И остается последняя возможная карта для игроков, после чего может наступить только тайбрейк. В случае, если Сазубаша на этой карте побеждает. Ну что ж. Шестая карта в серии мира за Баши Xfire'ом. Хардрок, карта. Очень странная ошибка от Зубаши. И как же он на него вовремя. И Судзубаша, похоже, все-таки не смог с планшетом разобраться. И 4-2 выигрывает Xfire. И у нас уже два игрока в группе со счетом 2-1. Судзубаша, к сожалению, третий свой матч также проигрывает. И из группы он уже 100% не выходит. Ну что ж, это... Шанс теперь для Xfire уже побороться за какое-либо место, поскольку промежуточное место у него сейчас первое. А в случае, если все-таки Hardlife выигрывает Xfire, то решать уже будет только разница по картам. Ну, в любом случае, Судзубаша показал достаточно достойных карт. Несмотря на то, что некоторые из них у него не получилось выиграть. Несмотря даже на то, что вот так не очень удачно все закончилось для него в этом турнире. Ну что ж, мы теперь уходим на довольно длительную паузу, на практически 30 минут, ну, для того, чтобы дождаться следующего матча между уже Xfire'ом.